Миша, когда я боюсь. Какой красивый остров, да? Ну да, красивый. Неужели возражаешь? Алешка, в рабах? И что они там делают? А черт их знает. Какое интересное положение. Одни бабы. Женщины. Ну да, женщины. Ну да. Нельзя, когда ты на свою охоту выходишь.
Мы с тобой, Алёшка, погибали 11 раз в море, в штормах, не боюсь. А женщин сказать, ты мне нравишься, боюсь. Не боишься? Интересно. Член управления колхоза могу ли? Можете. Я там был, там никого нет. А вы сюда смотрите. И что такое? Путевка. Какая путевка? Моя путевка. Вы читайте. А вам, собственно, что нужно, гражданин? То есть как что надо? Вы в город писали требования насчет механика? Писали. Ну вот я и приехал. Механик? Механик. Ну да. Ну да. Ух ты, милый! Да чего так обрадовались? Да как же, думали, завтра в море не выйдем. А ваш-то где? Своих мы в армию отправили. На Дальний Восток уехали. Тихоокеанский флот. Но мы к вам на всю пути идем. На 3 месяца. А это что? Моя бригада. Ну, трусливая. Ну, как сказать. Артист, знакомься. Приехал. Неужели механик? Механик. Ну, гора встреч. Здравствуйте. Председатель правления. Ну, приехали. Приехали.
Ну, Маша, пойди проводи. Покажи баркас. Ну, пойдемте. Ну, вот он. Осматривайте. Нравится. Нравится? Очень нравится. Ах, очень нравится. Даже больше того. Ну так осматривайте, раз больше того. А чего мне его осматривать-то? Я на все могу. На мотоцикле могу, на автомобиле могу. На аэроплане можете. Могу. Врёшь! Что это? Мои любимые бусы. Туда вставай теперь. Ну, ныряй, ныряй, ныряй. Да вставай, тебе говорят, да? Безобразие. Не беспокойтесь, пожалуйста. Он достанет. О, хорошо плаваете. Не беспокойтесь, я говорю. А вы меня пока проводите, ваше правление, галхоз. У меня командировка есть. Пожалуйста. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Тоже смылось? Чего смылось? Бумажка. Нет, бумага есть. Печать есть. Буква пропал. Ну ничего. Все равно проводить, пожалуйста. Он достанет, достанет. Не беспокойтесь, пожалуйста. Алешка, ты все доставай, да? Не беспокойтесь. Из-за девушки, которой один только раз видел, потерять аппетит. Никогда в жизни. Лёш, всё. Ты мне её по уши. Нагло всем где. Ошибаешься. У меня очень серьезный аппетит. И сам ее по уши. Вот это я ясно вижу. Знаешь, Алёша, не будем спориться. Ты здесь посиди один секунд. Я сейчас приду. Приятный аппетит. Вай-вай-вай-вай-вай.
весеннее ненастье, я брожу в твоих краях. Отчего ты слышишься, Настя, в лентах, сидах и кружевах? Отчего ты снишься, Настя, в лентах, сидах и кружевах? Алешка! Алёшки на борту нет. Так нет. Так и нет. Так и нет. Сейчас пойду приведу. Заболел Алешка, говорит, сердцем больной, не хочет идти в море. Какое такое сердце? Самое здоровое сердце. Алешка, что поняли? Баркас стоит? Ты что, плачешь? Разве можно в такое горячее время плакать? Болит что-нибудь, да? Болит. Доктор надо? Не надо? Такое горячее время. Получается некрасиво. Давай, толкай. Толкай, давай. А ну, взяли, да? Взяли. Так, толкай, толкай, дедушка, толкай. Вот, хорошо, хорошо. Так, давай. Давай, 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 еще давай. Давай, так, еще давай. Взяли, взяли. Взяли. Ветер будет свистеть, а дело петь у моря. Отманные гуляют на просторе, родный дом по деревьям скрещен. Дальше, что дальше, чисто, скорость не полной.
Простите, Машенька. Алешка! Алешка! Поговорить надо. Dar değil mi? Daha desem, dar yer. Если я свой горе, горе расскажу, гора растает. Ты что на меня так смотришь? Не смотри так на меня. Скажите, чтобы не смотрел так на меня. Я хочу говорить про мой друг, про мой самый лучший друг и товарищ. Вот он, стоит здесь. Симулянт и прогульщик. Смотрите на него. Алешка, я тебе говорил. Минулин, пойдем. А он? Ох, ах, плачет. Доктор надо? Не надо, не надо. Не вести, вести, вести говорил. Все просил. Алеша, пойдем. Пойдем. Пойдем! Он не ходил. Он ходил? Куда ходил? Город ходил? Покупал? Бусмус? Всякая чепуха? Чепуха? Адам, ты понимаешь? Ты один механик вести колхоз. Вести. Понимаешь? Не понимаешь? Баркас стоял? Стоял. Сколько рыбы не хватает? А? 5 раз больше не хватает. Как ты мог обманить весь колхоз? И мне. Дайте мне высказаться.
Знаешь что, Юсуф, вот я смотрю на тебя и думаю, по-моему, на Машеньке должен жениться ты. Я? Ты. Я? Алёшка, Менелюн, серьезно говоришь? Я женюсь. Я женюсь. Эх, Алешка, какой жизнь у меня будет. Мировой. Ты знаешь, мы с Машенькой два как один. Вместе на море ходить будем. У нас будет сын, дочка, много-много. Раз, два, три, четыре, пять. Ты знаешь, какой пальбу я тебе сделаю. Представляй себе, море, чайки. 10 баркас, один за один. На каждый баркас 21, 22 музыкант. Ты дирижер высосимфонический оркестр. Играй. Музыка играет. Уча дағлар башында бір сүрі қойын, бір сүрі қойын, бала бір сүрі қойын. Узақтан бақмағынан мән жад ойын, мән жад ойын, бала мән жад ойын. Ах, играет. Даже рыбка из вода слушает. А мы плывем, плывем. Нет, не плывем. Летим, как чайка. Хорошо. Нет, не буду жениться. Тебя жалко. Не могу. Машенька.
сегодня жив серьезный. Вырвало из наших рядов горячо любимого товарища. Не стало прекрасного бригадира. Нет с нами Машеньки. Нет ее в живых. Не стало любимого друга.
Маша. Кто умер? Говорите. Ты умер. Ты умер. Ты умер, да. Ты умер. Атаману первой женской бригады получай, Машенька! Пожалуйста, ко мне дома дело есть. Алешка меня ждет. Алёшка ждёт. Что значит Алёшка? Подождёт Алёшка. Дедушка, мне как раз... Как надо мерить надо. Не надо, меня надо. Мой номер, я тебе говорю, мой номер. Плохо работать, здесь можно. Да, не снимай штаны, таким штаны снимаешь. Дедушка, может теперь мой самый любимый девушка отбирает меня. Слушай, что вы делаете? Что вы ко мне пришли? Надо мерить надо. Слушай, дедушка,
Ай-яй-яй, дедушка, ай-яй-яй. А теперь, может быть, мой счастье бежит от меня? Не щекотай, не щекотай, не щекотай. Пошел, пусти, хватит, довольно, как раз. Смотри, правильный номер, правильно, как раз. Смотри, вот верный, вот, пусти, хватит, довольно. Как раз тебе говорю, как раз. Дедушка, верный номер, пусти, говорю. Отпусти меня, да? Ладно, верный. Машенька, ты готова? Не бойся, не бойся. Не пойду сейчас. Иди, говорю. Не могу. Другой раз как-нибудь. Ну не можешь, так я сам пойду. Куда ты? Пусти. Куда тебе говорю? Пусти. Куда ты? Пусти. Погоди, ты... Пусти. Алешка. Ай, дедушка, я тебе говорил, не надо мерить, как раз. Вот теперь как раз. Я люблю тебя, Машенька. Вот тебе раз. Как так любишь? А так вот. Полюбил. Что ты, Алешка? Милый мой, хороший, славный. Я ее абсолютно не люблю. А она тебе? Она, по-моему, тебя любит. Врешь. Поди ее и спроси. Ты ее совсем не любишь? Или чуть-чуть любишь? Давай поговорим.
Давай поговорим. Машенька, мы вместе на море ходить будем. Я Алешке хотела объяснить, да он убежал. Ага. Ты меня выслушай, ты поймешь. Я пойму. Я люблю тебя, Машенька. А я другого люблю. Простите, Машенька. Он опять обманул меня. Кто? Алешка сказал, ты меня любишь. Подожди. Пусти! Ну подожди. Пусти! Подожди, Юсуф. Вот, смотри. Брат твой очень хорош. Это не брат. Это жених мой. Любимый мой. Я ему слово дала. Он далеко теперь, на Тихом океане. Все равно, Машенька, я тебя очень люблю. Понимаешь, люблю. Ну, пойми. Ну, а если тебя Ворошилов служить позовет? Пожалуйста. И ты уедешь далеко, на границу. Пожалуйста. А твоя любимая другого тебе заведет. Ждать покажется долго. Как твое сердце-то там? Беспокойное будет. Ну-ка, подумай об этом. Правильно говоришь. Только я еще больше люблю тебя, Маша. Поди сюда на минуту. Прощай, Люба. Прощай ты. А ты куда? Домой еду. Там своя путин начинается. А Баркас? Ты теперь сам справишься. Ну, прощай, Алёш. Прощай ты. Алёшка домой пошел. Алёшка! Стой! Стой, говорю! Машенька, я сейчас.
Я тоже домой пошел. Передайте наш горячий привет весь колхоз. Самый большой, самый крепкий. Не щекотай. Да я забыл. Не любит. Вот дело. Она и некрасивая. Алешка, зачем врешь? Она очень красивая. Она очень хорошая. И ты ее любишь. И я ее люблю. Только у нее жених есть. Какой жених? Такой. Хороший жених. Он Тихий или Великий океан во флоте служит. Жених. 4 года плавает, и все жених. Кёк-пайолы. А если мы с тобой женихи будем, и нас Тихий или Великий океан служить позовет? А? А твой невеста другой с тебе зовет. Как у тебя будет сердце там? Неспокойно. Вот, получается некрасиво. Очень некрасиво. Ну, неужели возражаешь? Лети быстрее, чайка, в синем море вечер настает. Поскорее, птица, узнай-ка, как милый живет. Скажи ему, не стань.